Народный артист России Денис Мацуев проведет благотворительный концерт «Героям Ржева посвящается». Все средства, собранные от продажи билетов, музыкант направит на создание Ржевского мемориала советскому солдату. Напомним, что проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры России и правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала поддержал президент России Владимир Путин. Завершить строительство планируется в 2020 году к 75-летию Великой Победы. В программе благотворительного концерта шедевры русской симфонической музыки, произведения русских композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Мемориал, который сегодня создается на территории Ржевского района, города Ржева, это не просто памятник советскому солдату, это наша дань памяти старшим поколениям за то, что они сделали для нас. Вся инфраструктура, вся планировка, все, что там будет сделано и связано с мемориалом, должно, конечно, отвечать высоким международным стандартам.